Сегодня я куплю все донатерские ресурсы на сервере Arismine. IP на экране и в описании. Ребята, вы только посмотрите сюда. Скорее всего, эти игроки еще меня не видели. Или заметили уже. Короче, ребята, пробейте команду Wanda. И глядите, этот игрок пытается с тобой затимиться, но не сегодня. Извини, мне сегодня... Ну куда я куда упал? Мне нужны донатерские ресурсы, поэтому, братишка, сорян. Тут еще что? У него есть каменный. Окей, каменный меч, ребята, это хорошо. Только они почему-то очень сильно лагают. Бро, давай, еще последочка. Давай, да. Я слился сам. Ладно. Зато у нас есть уже один килл. Поэтому присоединяюсь к команду Шоп. И давайте купим наш первый предмет, а именно меч Олимпа. К сожалению, это не супер крутой меч, потому что у него вот такие вот чары. Я надеюсь, он поможет нам встретить какого-то игрока. Прямо передо мной, ребята, моя жертва. И он снова тимится. Чё они все тимятся со мной? Я тоже хотел бы с тобой подружиться, но, братишка, сори. И подождите, я нашел на кто... Тут еще есть один чел. Отлично, разничка. И мы убиваем их. Все. До свидания. Блоки я вам верну, потому что мне они сегодня, наверное, не пригодятся. Но я от вас валю на спаун. Стопы! Yeah! Вот, ребята, точно нам на спаун. Все, пока. Опять же, пишем команду Шоп. И на этот раз, ребята, давайте мы с вами купим, например, Трезубец Зевса. Напомню вам то, что у нас еще есть один донатерский предмет, поэтому пишем опять же Шоп. И давайте выберем на этот раз какую-нибудь интересную шмотку. Например, это у нас будет свиток неуязвимости. Поскольку у нас сейчас нет никакой брони, я думаю, эти свитки нам очень сильно помогут. Ну а мечик мы складируем в Эндер сундук, чтобы его не потерять. Только что нашел еще одного игрока, но, ребята, я купил не тот трезубец. Посмотрите, я не могу его натянуть, то есть он работает только в воде. Но ничего, я думаю, нам все равно не помешает его убить. Мы максимально аккуратно подбегаем к нему, он нас пока что не видит, это очень хорошо. Поэтому, ребята, разничка и последняя кровь охранная. До свидания. Кто... Дружить, ПДС. Он хотел дружить. Да что ж такое-то? Уже три игрока пытались себе подружиться. А я их просто съел. Вот я, конечно, да, такой я друг. А хотя бы с этим. А куда он пытался их скинуть? Своих друзей новых. По-моему, это ловушка. Но мы не расстраиваемся, потому что я, ребята, еще нашел кучу просто игроков. Поэтому раз килл, хорошо. Значит, сейчас будет уже второй килл. И нам, ребята, нужно придумать, как отсюда выбраться. Потому что, посмотрите, он уже взял мечик. Окей, если ты их не заместил, юзаем. Хорошо, нас сейчас не могут бить никаким образом. Поэтому мы его тоже сливаем. И как отсюда выбраться, ребята? Нам срочно нужно отсюда выбраться. Нет! Ребята, тут алмазик и кистартер. Камон, ладно, окей, ребята. Сливаем кистартера, отлично. И теперь нам нужно завязать цветок неуязвимости. Второй раз, пожалуйста, давай, весь. Окей, как говорится, первый блин комом. Ребята, мы сами сделали 3 килла. Поэтому, как бы, не все потеряно. Открываем сейчас пишем команду Шоп. И на этот раз мы сами покупаем Трезубец Края. У нас остается еще 2 предмета, поэтому я предлагаю вам зайти в раздел уникального. И уже здесь купить, например, яблоко Диметри. При использовании все эффекты зачем золотого яблока и скорости 3 силы 2 на 30 секунд. Ну а третий предмет у нас будет Око Обмана. Не телепортирует вас вместо падения. Идеально подходит для обмана противника. И в чем же прикол вот этого трезубца, я вам сейчас покажу. Мы его натягиваем, пуляем его, и он моментально к нам возвращается. Ничего себе, он не возвращается никуда. Какого первого не возвращается? Во, ребята, все, заработало. Посмотрим, сколько игроков мы сможем снизить с таким инвентарем. Ребята, это экстра включение. За меня и бежит какой-то игрок, поэтому мы натягиваем всего дела. Почему он не сработал первый раз? Так, окей, ребята, откинем наше око обмана. Так сказать, обмоем нашего игрока и... Ой, слушай, походу сейчас меня обманут. Пол хп! Так, ладно, ребята, разворот и делаем так вот разочку и... Да ладно, как он не слился? Сколько у тебя хп? Нет, ты меня не сольешь. Нет. Ребята, вы только взглядите, он идет просто очень близко ко мне. И мне нужно сейчас отсюда как-то ливнуть, потому что у меня половина хп. Поэтому нажимаем хоткей и все, ребята, я ливаю. Господи, это было очень опасно. Слиться какому-то игроку, камон, как? Да только я умею такой, реально. Мы с вами не расстраиваемся, потому что я вижу двух алмазиков. О, уже одного. Ребята, мы должны сейчас с вами подсосать территорию. Трезубец, что? Подожди, ливаем. Ребята, что за Что? Откуда у игрока Трезубец Зевса? Это что сейчас было? Чего? Подожди, что? Подождите, а неужели это мой Трезубец? Стопэ! Ребята, вы помните, я только вот недавно слил Трезубец Зевса. Так вот же он, я его вернул себе, получается. А вы говорите, карма не существует, ну-ну. Ребята, глядите, я нашел алмазика, и он пытается пройти сквозь барьер? Ладно, ребята, мы с вами хаваем яблоко Диметри, теперь мы очень быстро, и нам нужно загнить этого челика, поэтому, брат,
хватит. Так, ладно, ребята, это очень странно. Мы сейчас слили голеньких, но а как мне слить этого челика? Алло, бро, как ты залагал-то? Ребята, у нас есть проблема похлеще. У нас тут какой-то челик, поэтому мы кидаем ОК-обману туда, вот, например. А сами, ребята, разворачиваемся и делаем вот так вот. Раз тычка, хорошо, два тычка. И, ребята, у него уже нету полбаллона. Это очень хорошие новости, поэтому делаем так. Да почему он не кидается? Камон, кидай, ну. Я больше никогда в жизни не буду брать эти трезубцы. Они просто не кидаются почему-то. Вместо этого предлагаю вам взять, например, топор хаоса и, к примеру, отвар Одиссей. Кстати, у топора хаоса целых 13 атак дэмэджа. Теперь-то попробуйте меня слить. Ой, мастик, ребята, я его просто случайно нашел, камон. Ладно, окей, ребята, первую точку дал, хорошо. Главное, ребята, сейчас его выманить на улицу, потому что у него там 100% ловушка. Тут еще один чел, господи, как их много стало! А, ему... А, он даже меня не заметил. Заметил! Так, ладно, смотрите, здесь один чел, которого я краски накосил, поэтому мы пьем отвар Одиссей. Максимально быстро уносим теперь ноги. Юзаем, ребята, свиток неуязвимости. И теперь раз тычка, хорошо. Два тычка, это... Ой-ой-ой, что-то, ребята, у него со щитом было. Вы видели это? Что ж, ребята, еще раз юзаем свиток неуязвимости. Делаем вот так вот. Раз, хорошо. Два, отлично. Мы слили алмазника, да ладно! Вот прям максимально быстрый ресурс, ребята. Это у нас была алмаз на Z1. И, кажется, это был еще один игрок, поэтому, ребята, мы прямо сейчас кидаем... А? Кидаем перлик. Еще! Ребята, здоровенько. Мне краски нужны для этих экспериментов, поэтому раз килл и два килл. Спасибо. Ребята, еще третий. А ну-ка, иди сюда. Раз! Хорошо. Просто с одной тычки. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Он снова оделся в алмазку. Окей. Я принимаю этот бой, поэтому, ребята, мы просто немножечко от него убегаем. И если он прибежит, ему будет жопа. А ну, иди сюда, давай. Раз! Хорошо. Вот да, меня тэпло! Ребята, на ваших глазах, что? Я ему даже не нанес урона. Так, ладно, зато, ребята, вы сейчас слили еще одного алмазника просто в прямом эфире. Почему? Я два раза промахнулся, и меня тэпло куда-то. Что? Окей, ребята, что мы с него выбили? Да кто мне пишет, господи? Итак, ребята, что мне с него выпало? Это у нас защита 1. Ну и поскольку мой инвентарь полностью переполнен, я вам хочу показать мой новый дом. Да, не спрашивайте, я его построил за 2 минуты. Даже за минуту. Прописываем команду ВБМ, и уже здесь, ребята, мы сами делаем что? Правильно. Вот так, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. И вот сундук. Главное тут ситхом поставить, потому что я люблю ставить ситхомы. Угу. Понял, тот понял. Ну и поскольку мы сняли аж 4 игроков, мы сами прописываем команду шоп и выбираем целых 4 предмета. На очереди первый предмет. Это у нас лук хаоса. Сила 5, прочность 3 и так далее. А у меня... у меня арисов уже нету. Окей, короче, ребята, покупаем лук хаоса. Мы далее заходим в раздел стрел и зелий. Выбираем вот сюда вот стрелу. И давайте с вами купим максимально крутые стрелы. Это у нас смертоносная стрела. Затем зайдем в раздел уникального и купим, ребята, небесная нитка. Очень высоко вас подбрасывает. При падении вы не получаете урон. Задержка на использование 1 минута. Допустим, вас есть какой-то вот лютый челик. Вы что делаете? Вы нажимаете на небесную нитку и просто подкидываетесь на нереальное количество блоков высоко вверх. Ну и вы не получаете урон. Ну, дефолт. Окей, ребята, последний предмет, нам нужно его купить, поэтому заходим в раздел артефактов и давайте выберем, например, тотем Диониса. Если мы положим его в левую ручку, то у нас добавится целых 6 сердечек. Ребята, это экстра включение, сзади меня алмазик, господи, этого я никак не ожидал, но ничего, ребята, страшного, мы натягиваем тетиву, делаем так вот, раз, вот так вот, и значит, да, вонючка. Ребята, это читер с вероятностью 90%, поэтому делаем вот так вот. Да что ж ты своим щитом закрываешься, иди в жопу со своим щитом, сюда, на. Все, ребята, мы откинемся, сейчас он ничего не видит. А, и умирает. Пишите в комментарии, это был читер, либо же нет, потому что вы видели его удары? Просто вы это видели? А я вам покажу его инвентарь. Ребята, это была Z1, даже не полная Z1, камон. Где нагрудник? Подожди, куда он упал? А, вот он. Что? Нагрудник, ребят, даже не на Z1. Но это не читак, 100%. Ну и поскольку мы убили одного челика, мы приняли команду шоп. И на этот раз, ребята, я хочу взять, например, зелье отвар Одиссей. Чтобы быть... сильнее. Алмазник, сюда, давай. Все, ребята, дал тычку, отлично, все. Теперь он уже никуда от меня не линет, поэтому давай, тычку, хорошо. Вторую и третью, корону похоронную. Давай, хорошо. Ребята, это уже был... Ой, нет, пошли в жопу, нет. Ребята, там топеры, это тупорылые топеры. Я только успел развиться чуть-чуть. Ну ладно, я им еще покажу. Мы с вами взяли 1 килл.
Куда меня снова телепортировало? Ладно, мы сами сделали один килл, поэтому при сегменту шоп. И на этот раз, ребята, мы сами заходим в раздел уникального и покупаем свиток метеора. И сейчас всем просто жопа. Видите, ребята, я нашел какого-то алмазика. Я полностью голенький игрок. Поэтому, ребята, мы сами делаем так вот раз и сделаем так. Бам. До свидания. Все. Просто одна тычка, ребята, и у нас алмазка уже в руках. Все, просто убегаем. До свидания, ребята. Спасибо за шмотки. В который раз я убеждаюсь, что свиток метеора это полная имба. И это нужно фиксить, потому что один клик, и у меня уже, ну, обычная алмазка. Ну, неплохо же, реально. Ну ладно, ребята, Ой-ой-ой-ой-ой, ты че? Ты че так жестко наносишь мне? Не надо. Предлагаю, ребята, вам сделать еще несколько киллов, потому что за каждый килл мы получаем, как бы, датский предмет. И мы сделали всего лишь 2 килла. Там еще был один челик, поэтому возвращаемся. К сожалению, их уже здесь нет. Ну ладно. Два игрока это тоже очень неплохо, поэтому привезли команду шоп и на этот раз... Где шоп? На этот раз, ребята, я предлагаю вам купить свиток гравитации. Ну а второй предмет, это у нас будет, допустим, арбалет хаоса. Почему бы нет? Кстати, я это не записал, но я сейчас обосрался. Я просто сейчас покупал ресурсы, и сзади меня игрок начал меня бить. У меня 2 хп. Сейчас вот не хватало, чтобы меня слил просто обычный игрок. Камон. Короче, ребята, разворачиваемся, делаем так вот раз, и все. Бро, давай, умирай. Спасибо. Вы только посмотрите на этого игрока. У него есть датерские стрелы. Так, ладно, ребята, у меня тоже есть датерские стрелы. Держи, братишка, получай. Ай, больно. Ребята, он болен на ноги. Слушайте. Окей, ребята, у него есть перки. Это очень хорошо, потому что у него еще донатерский предмет, ребята, был. Вы это видели? Вы это видели? Я видел. Поэтому, ребята, мы делаем так вот. Раз и все. Это просто имба. Я даже это до него не смог достать бы. А, ну, свиток достал. Забираем все его шмотки и смотрим, ребята. Это у нас была защита 1 и прочность 1. Но это не все шмотки, ребята. Смотрите сюда. У меня есть стрела урона. Ну и также, наконец-то, у меня есть яблочки. Ну, слушайте, надо поменять нашу броню на более новую, так сказать. Ну и также привезли команду шоп. И давайте возьмем с вами зачарованное золотое яблоко. Потому что яблочек, как всем известно, много не бывает. Ребята, смотрите, там есть какие-то челики. А ну-ка, сюда! Хорошо, ребята, это 2 алмазника, отлично. Лучше даже и не бывает. Минус 1, хорошо, и давай! Минус 2! Просто даблкил, сюда. Окей, ребята, что это? Я вижу, ребята, это набор тритона! Камон! Ребята, еще... Стрела? Смертоноска? Это не моя. Но самое главное, это яблоки, ребята, наконец-то. У меня есть еще плюс 5 яблочек. Кстати, броня у них была отстойная, вообще никакущая. Но, ребята, набор тритона это уже тема. Потому что, посмотрите, набор тритона вставляет в себя вот такую броню. Это защита 1. В целом тут есть яблочки и перки, и даже мечик. И мы его садируем на хом. Ну, вдруг что? Вдруг меня сольют, правильно? Правильно. Вы помните, я покупал свитки гравитации. Так вот, смотрите, ребята, вот обычный алмазник. Мы с вами берем свиток гравитации и делаем так вот. Раз, ребята, и он теперь летит. Здорово! А как тебе летается? Нормально? Мне тоже хорошо. Если что, я не смотрел его инвентарь, я не знаю, он сильный либо же нет, но мы, ребята, разворачиваемся, делаем... Я промазал. Ладно, ладно, ничего не потеряно. Все, ребята, все, сделали тычку, отлично, хаваем яблочко. Снова, ребята, поднимаем его высоко вверх и просто теперь начинаем его комбить. Да ты щит, все, убери. Спасибо. Окей, заходим в инвентарь и смотрим, это у нас защита 1. В целом неплохо, но мне уже нужна хотя бы защита 2. Ну а еще мы с вами выбираем тотем Ариса. Если мы вложим его в левую руку, то мы значительно замедлимся. Но, ребята, посмотрите сюда. Добавляет 6 единиц урона, но снижает скорость на 25%. А то есть мы стали сильнее. Опа, алмазник, здорово. А, ну и пока. Мы с вами не расстраиваемся, потому что я вижу еще одного алмазника. И, братишка, а ну иди сюда. Давай, хорошо, все, сюда, ты уже мой. Давай, разочка, отлично. Дваточка. И третья крона похоронная. До свидания. Спасибо. Но, блин, ребята, у него даже не было яблок. Я даже не вижу смысла его забирать. Ну, что это была за броня? Это вообще даже никакая не защита. Ну, что ж такое? И, кстати, я заметил, что у меня нету никакого бафа. Точнее, зелья силы. Поэтому, ребята, мы заходим в раздел стрелы зелий и выбираем себе какое-нибудь зелье. Например, это будет... Ну, блин, отвар Одиссея не хочу брать. Давайте, ребята, отвар Василиск. Ребятки, внимание, был за поединок с этим игроком. И мне же так кажется, что это читер. Вот просто так кажется сильно, честно. Короче, ребята, что мы делаем? Мы юзаем свиток гравитации и... Давай, 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 давай! Да блин! Щит вонючий, а у меня нет топора! Оооо! Вот это сейчас был удар, нокаут просто. Так, подождите, ребята, а где он вообще сейчас находится? Я что-то его потерял, реально. Он просто ливнул. Подожди, ну это же читер. Ну это 100% читер. Почему он... Он здесь, ребята. Я не сомневался. Камон, а ну иди сюда, братишка. Давай, 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 давай. Мне нужно, чтобы он, ребята, попал в мой арбалет. Поэтому, ну куда ты убегаешь? Иди сюда, давай. Он ливнул. Да. Ну, мы
алмазами, не расстраиваемся, потому что я нашел еще одного алмазника, и он ливает, походу. Да вы задолбали. Ну, ребята, я опять же с ним нашел поединок. Отлично, слушайте, это, походу, судьба, реально. Чего? Ты сколько наносишь урона? Ты! Ладно, ребята, делаем... Да ладно, нет. Какой я идиот, я просто идиотина, у меня было столько бафов, у меня был тотем, у меня было яблоко зачарованное, почему я это не использовал, я идиот, просто я идиотище. Окей, ребята, у меня остался свиток неуязвимости, свиток метеора, немного, 41 стрела смертоносная, и три зубы Зевса, и самого такого понтового. Окей, что у меня есть дома, возможно, у меня есть какая-то броня, да? О, набор тритон, ребята, смотрите, все, отлично, смотрите, у меня есть набор тритон, у меня есть и яблочки, и еда есть. Вообще шикарно, шикарно живем, ребята. Теперь, ребята, главное не слиться, поэтому свиток неуязвимости юзаем, отлично, и это читер, походу, ребята. Ой, ребята, да, это читак, черт. Хорошо, ребята, хорошо, я его понял, я его прекрасно понимаю, потому что делаем так вот, раз, свиток неуязвимости юзаем, и теперь, да что ж ты так прыгаешь-то, что ты так прыгаешь, братишка, нет. Не все бывает идеально, конечно, но чтобы вот так слиться, что за бред, просто... Главное, ребята, сейчас не слиться, о господи, нет, почему их так тут много? Ладно, хорошо, ребята, я принимаю этот бой, у меня есть самый топ... Ну, это тоже читак, это читак, ну... Уйди, уходи, я сейчас горю. А, нет, не сгорел, классно, только... Но... Что это бред? Братишка, мне тебя очень жаль, но сегодня мне нужен лук, чтобы я стрелял с него. Поэтому мы его убиваем, получаем одну дательскую шмотку. И я уже знаю, куда я потрачу дательскую шмотку. Прописываем в чат команду шоп и заходим в... А, ну куда? Уже мы зашли сюда, ребята. Покупаем арбалет хаоса, потому... Ну нет. Ну куда мне телепорт? Ну почему сейчас? Так, ладно, окей, ребята. Нам нужно сбить этого челика, потому что если он сейчас нас сольет, это будет очень печально. Но нет, сегодня я его сливаю. Ух. Ну что ж, окей, ребята, я вам предлагаю купить, например, давайте купим силы Зевса, потому что здесь, смотрите, какие бафы даются. Плюс к тому, мы никогда его не брали, поэтому берем в левую ручку. Нам даются вот такие вот бафы. Неплохие. Открываем наш эндерсдук и берем наши стрелы. Все, ребята, ну сейчас, если я сливаю, то я заканчиваю ролик. Ну это вообще бред. Железничек, сорян! Но сегодня не твой день. Раз тычка, два тычка и последняя. Извини. Я правда не хотел. Ну, во-первых, мне нужна еда и нужны яблочки. Поэтому, ребята, я у него это заберу, а все остальное выкину. Ну, плюс к тому, это был килл, поэтому мы пишем команду шоп. И давайте вот на этот раз что-то купим интересное. Я еще ни разу не покупал... Что я не покупал? Отвар Ахиллес, допустим. Шанс 60% на получение хороших бафов и шанс 40% на получение очень плохих бафов. Поэтому покупаем. Ребята, меня телемассировало на, блин, на битве гладиаторов. Какого черта? Как я понимаю, здесь надо пехаться против вот таких вот скелетов? Ай, больно! Как мне отсюда ливнуть, ребята? Я не хочу сейчас вообще ничего... Ну, меня сейчас просто сольют. Меня просто сейчас сольют. А, вот, ребята, как раз здесь у нас проходит режим боя, и мы можем прописать команду PvPS и... И телепортироваться, ребята, отлично. Окей, здесь какой-то игрок, поэтому, ребята, мы выбиваем отвар Ахиллес, и нам даются... Отличные бафы, ребята! Нам дались очень хорошие бафы, отлично, хорошо. Это, кстати, читер, вонючка. Я аж подавился. Так, ладно, ребята, натягиваем тетиву снова. Делаем так вот, раз, хорошо, ребята, попали. Это очень хорошо, это очень хорошие новости, потому что он может, ребята, нас запросто дать. Поэтому делаем еще раз так, хорошо. И, братишка, давай, что ты своими мечтами? Давай, до свидания. Ну, а самое главное, ребята, что это была за броня? Это... Защита один. Ну, ладно, хотя бы нагрудник мы поменяем. Камон. Пока что за всю серию я не выбил... Больше, чем Z1. Ну, как бы Z2, Z3 вообще, как будто их нет на серваке. Окей, я вам предлагаю купить тотем Ариса, опять же таки. Да, я с ним очень плохо играю, ребята, но это все-таки тотем, и он добавляет нам силы. Поэтому силы Зевса мы кладем сюда и идем на PvPS. Или идем на РТП. Ну, что первое найдем. Опа, на, ребята, кит-стартер. Посмотрите, как же он хочет, бро. А, не хочет. Окей. Или все-таки хочет. Не хочет. Или все-таки хочет. А ну иди сюда. Давай. Уже так быстро ты не проберешься в свою дверь. Это каким образом он сейчас ее закрыл? Каким образом? И вы посмотрите, ребята, капец он бесстрашный. Он идет на алмазика. Ну, ладно, бро. Я тебя понимаю, но, честно говоря, нет, не очень. Как можно идти на алмазик, когда таки стартер, камон! Ну ладно, ребята, зато мы провисаем шоп, и давайте купим что-нибудь интересное из бафов, потому что бафов у меня, как видите, нету, поэтому давайте мы с вами купим... А, вы только одного слили, черт! Отвар это не таз, почему бы нет, ребята, там сила 4... О, не сила, это скорость 4, блин!
блин. Короче, ладно, ребята, здесь, ребята, есть скорость 4, поэтому я думаю, то, что нам это понадобится, чтобы удирать просто, ноги делать. Меня снова телепортировал на битву гладиаторов. Как меня это задолбало. Ребята, что у него? Ребята, вы это видите? Вы, нет. Да ладно, ребята, нет, 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 у него, ребята, у него слиток метеора, вы это видели? Я видел лично, я это видел. Ой-ой-ой-ой, ребята, у него Зевс, у него этот Зевс, смотрите, как он полетел, куда? О, он сейчас, он чуть не разбился. Ну что, почему не так вот, если бы я так запустил, ребята, я бы убился, 100%. Что, когда чайник запускается, ну, у него остается 2 хп, ну, дефолт. Опа, да, ребята, нашелся поединок, наконец-то, окей, ребята, берем ДТ Мариса, бьем, отправимся за нас максимально быстро. Да сколько можно наносить, камон? Ребята, у него хорошая броня. Окей, кавим яблочко. И на этот раз, ребята, я не должен слиться, поэтому мы натягиваем систему, делаем так раз. Хорошо, ребята. Эти стрелы ему очень сильно задоджат, поэтому мы... Так что... Блин, трава тупорылая, да что там? Да помогись ты! Окей, ребята, попытка номер 2. Арбалет хаоса сюда. Хорошо, ребята, дали ему снова стрелу. И теперь снимаем ему щит, отлично. И теперь начинаем его жестко фигачить. Давай, сюда, последняя. Я успел, потому что он откинул перлик, ребята. Я надеюсь, то, что это защита двойка, хотя бы это тройка! Чего? Вот это мне, ребята, уже реально нравится. Наконец-то мы начинаем подниматься. Камон, защита тройка полностью. Ну и в честь такого килла мы с вами покупаем бомбочка Деймоса. Стой. Короче, ребята, допустим, с вами бежит какой-то челик. Вы делаете вот так вот, раз, и он улетает. Вот это все действие, это бомбочки. Ну ладно, ребята, на самом-то деле со мной бежит... И нам нужно как-то его одолеть. У меня, к сожалению, нету бафов. Я забыл совсем про бафы, поэтому даже, ребята, без бафов мы попытаемся его слить. Хотя бы у нас есть какие-то шансы, поэтому, ребята, мы ломаем ему щит и ломаем ему лицо. Так, ребята, окей, первым блинкомом, но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кого ты там мне закинул, ребята? Посмотрите, он мне закинул очень такие неприятные бафы на самом-то деле. А насколько, простите? А, ну нормально. Братишка, спасибо, ты мне помог очень сильно, потому что у нас, ребята, уже есть 1 килл, а то есть можем купить какую-то натискую шмотку. Но где наш алмазник? Алло, куда ты пропал, бро? Вот ты! Так, ребята, что мы делаем? Мы снова кидаем... Ой, подожди, стой, стой, кидаем. Да блин! Окей, ребята, а ночью почему-то не кинулась. Ладно, мы ему наносим вот такую стрелу, он снова откидывает перлик и защищается щитом. Как ты меня бесишь! Здесь это еще один... О, нет, 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 ребята, это читер, это читер. Я, ребята, увидел по его движениям. Ладно, окей, ребята, следите, что мы делаем. Мы делаем так вот... Да, 30 секунд, камон, это Габелла. Все, ребята, ладно, попытаемся его слить с помощью наших стрел и... Давай, 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 почти! Да ладно, следи читером, сюда, просто, просто сюда. Что это, ребята, возложено? Это защита... Говно. Ладно, ребята, у нас есть еще... Нет пандара из-за тупорылого читера. Я их ненавижу. Ребят, я просто их ненавижу. Ну-ка, бомбочка. Это что за бред, братишка? А ты мне объяснишь, почему ты не откинулся от бомбочки, а? Так, ладно, ребята, набежай, бежит челик. Ой-ой-ой-ой-ой, походу, это, ребята, снова тот челик. Это, походу, этот же читер. Ладно, ребята, откинул перку вот туда. Быстренько, шоп прописываем, шоп, шоп, быстро, быстро. Да шоп пропиши ты! Я двоих убил, поэтому отвар вот такие вот хорошо покупим. Ну, спасибо, спасибо, телефон, что упал прямо сейчас. Мало этого, у меня еще микрофон упал! У меня просто все упало! Микрофон упал, телефон упал! Меня слили из-за микрофона, из-за телефона, что? Так ладно бы, если меня чел слил, какой-то игрок, но ты читер! Я читеру слился! Нет, я не буду так играть! Нет, это не моя вина, то, что я слился, камон! Я покупаю эти же бафы, я буду их покупать, я куплю себе еще батики Танатоса сюда! Троятя... Да, мы сделали килл, это был голенький чел, но нам нужны шмотки, срочно, потому что, ну, это жопа. На этот раз, ребята, я буду собирать себе сет, да. Мы с вами берем, допустим, элитри защитника. Бля, Ариса, снова нет, да что ж такое-то, сегодня вообще не мой день. Так вот, с вами берем элитри защитника, кладем их в Enter сундук и, ребята, ждем подходящего момента, чтобы я оделся в нашу суперкрутую броню. Это все будет еще в этой серии. Итак, ребята, прямо похоже у нас 2 игрока, и главное, чтобы это были не читеры, а ну... Нет! Нет! Он разбился об кактус! Черт! Это читер, либо нет? Ну как? Nope. Что это сейчас было? Ну ну кто-то, ну нет. Нет, я не поверю в это. Подожди. Давайте посмотрим на этот моментик, ребята, со стороны. Во-первых, он бежит за щитом. Какого черта? Ну ладно, возможно, это баг. Возможно. Окей, окей, я это допускаю. Но дальше, ребята, смотрите, он наносит мне один удар.
Окей, вроде как ничего такого не происходит. Голова у него остается на мне. Окей, но он разворачивается боком. И посмотрите, посмотрите, куда он ударил. Куда он ударил в пустоту. Не попал, окей. Но дальше, посмотрите, ребята, сюда. Что? Это что сейчас было? Боком ударил? Серьезно? Ну нет, ребят, ну я не верю. Посмотрите, где я нахожусь. В каких блоках я нахожусь. И он меня убивает. Ваше мнение критик. Да ты задолбал падать! Окей, ребята, я беру это. Если сейчас сольюсь, я реально ливаю. Это потому что это просто позорище. Давайте мы сначала не будем наблюдать на алмазиков, а сначала немного пофармимся. Вот, например, я вижу троих игроков, поэтому как раз это будет три спокойно донатерских шмотки. Поэтому догоняем одного, хорошо. Догоняем второго, давай, хорошо. И догоняем третьего. Давай, иди сюда, давай. Ну да, ладно. А, не, получилось, слушайте, я проскочил. Нормально, спасибо. А выбраться? Нет! Нет, там алмазик! Нет! Ну нет! Ну нет! 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 Бро, нет! 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 Сволочь. О, получилось выбраться. О май гад, о май гад, о май гад, ребята, ливаю. Посмотри, какая орда там, господи. Ну почему, когда я голый? Слушайте, я могу попытаться. Но если я всру, это вообще будет просто... Подождите, я же убил троих. Сколько, троих? Так, алмазик, никуда не ливай. Подожди, братишка. Вот он. Главное, чтобы он, ребята, не ливнул. Давай, сюда, давай, шоп. Быстрее. Дай, ему дать далеко, ребята, хорошо. Мы это покупаем, это покупается, хорошо. И одевается, ребята. Ему жопа, ему полная габелла. Хил, ребята, прописываем и все. Просто летим в атаку, я полностью одетый и хорошо наряженный. Сюда! Хорошо. Сняли, ребята, ему первый тотем и... Ой, а куда? А у меня это ботиночки? Братишка, я немножечко буду побыстрее, чем ты. Ну, совсем капельку, совсем чуть-чуть. Поэтому это, догоняем его и начинаем его... Ну нет. Да ты задолбал! Это снова габелла. Меня сейчас будет просто таргетить со спины, да? Нет? Да, нет? Да идите в жопу! Я честно, ребята, я ненавижу эту серию. Это самая худшая серия, по-моему. Ну и пришел читер, да? Это ж читак. Нет? Ну короче, ребята, у них у всех есть перки, а у меня перок вообще, ну ноль, нету их. Ладно, давайте хотя бы догоним его, попробуем его Ну что это такое? Как он так бьет? Ну как? Как он летает просто по карте? Это каким образом? Как? Кто вы мне будете говорить? Ты банишь невидных людей, ну-ну. Посмотрите, как он просто бегает. Окей, ребята, а что это было за броня? Это защита 1. Защита 1 меня так бьет. Верю. Короче, ребята, пробежим шоп. Теперь просто... Последняя. Шлем возрождения. Сюда, ребята. Все, я фул из ритка. Наконец-то, господи. Но это, ребята, еще не все. Шо прописываем. У нас есть еще одна шмотка, по идее, как. У меня нет лука. Черт. Зато, ребята, я тотемарис. Я хочу его. Он очень сильный. А, подожди, у меня есть еще одна шмотка. Я могу еще одну прописать. Тогда, ребята, это фейерверк. По-любому фейерверки. Потому что я теперь могу делать так вот. Все, ребята, я могу ливать. Наконец-то. Просто наконец-то. Спасибо. Спасибо. Ребята, я нашел алмазников. Сюда идите. Давайте, ребятки. А куда это вы ливнули? Подождите, ребята, я так не играю. Давай, подожди, я же могу туда попасть. Я же могу. Могу. Ну, не могу. Они уже, ребята, разделись. Камон! Ну все, ребят, теперь меня все боятся. Вот я стал на зритке, все, это Unreal играть, реально. Ну ладно, давайте хотя бы их что-то сольем, потому что, ну, камон. Нам нужны дать детские шмотки как можно больше, поэтому раз тычка, два тычка, раз тычка, все. Минус два, хорошо. Но мы с вами принесли команду шоп, и давайте с вами купим, например, что я хотел, блин, я что-то хотел купить. Ну ладно, давайте купим сначала вот эту вот штучку, потому что это самые имбовые бафы. Пропишем ЕК и складируем вот эту бронь, которую мы только что надыбали. Опа, у кого стерпотелился игрок, подожди, это кто? А ну-ка. Ну-ка посмотрим. Ребята, это... У меня острота один меч! Нет. Ребята, я понял, что я хотел. Мне надо меч срочно. Ребятки, простите, пожалуйста, но мне реально срочно нужен меч, поэтому я вас немножечко убью. Спасибо. Окей, ребята, и теперь мы наконец-таки меч хаоса покупаем. У нас есть еще одна шмотка. Это у нас будет, пускай... Опускай свиток метеора, ребята. Я знаю то, что вам нравится, когда я им грифрю, поэтому пускай будет. А ну подождите, ТПУ, ЕС. Алмазик! Крис, привет! Крис! Здорово! Как узнал, что это я? Ну вот так вот. Ну как? За магия, говорю. Ну что, будем ПВП жестко? Мужское. Ну давай, ладно. Да подожди, стой! Ребята, это позор. Это просто позор. Господи, я даже...
Хана фриз, да, да мне хана. Так, ладно, ребята, давайте хотя бы попробуем. Попробуем с ним. А! У меня хана шляпы фриз. Нету! Хана? Да у меня шляпы нету, что за бред? Так, ладно, ребята, еще ничего не потеряно. Ничего не потеряно, мы его комбим, хорошо. Минус тотем, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, идем, ребята, хорошо, идем. Отлично! И делаем так вот еще, раз, отлично, хорошо. У него 2 хп, 1 хп, ребята. Видите, сила, мощь. Блин, я без шляпы, правда, ну ладно. Окей, ребята, у него есть самые крутые стрелы. У него еще, слушайте, он что-то за бафу хорошенькое. Походу, ребята, это яблочко. Но, блин, вот он снова, ребята, стрелы меня фигачит. Ладно, попробуем так сделать, раз. Опа, а у кого мало стрелочек? А у кого мало стрелочек? У тебя, братишка. Я тоже так умею. Я тоже, я, да, куда, куда? Стопэ, подожди, у меня даже нету отхила. Отхила-то нема, но ничего, ребята, ничего страшного. Мы попробуем, 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 попробуем. Попробовали. Спасибо. Короче. Я сейчас беру шмотки и иду в ОП, жесткое. Все, я задолбался. Через 5 минут меня ищите. Но я уже чудесным образом оказался на ПВП-арене, и я, ребята, готов ПВП-хать с челиками. Вот только мне нужно определиться, что я буду покупать. Давайте для начала пропишем /wand. Получим себе вот такой вот деревянный топорик. Теперь пропишем /shop и зайдем в раздел зачарований. И здесь меня интересует вот эта книга на остроту. Зачарование, острота 5. Стоит, ребята, она немало, 240 арисов, но сегодня мы богатые. Поэтому, ребята, смело нажимаем, и у нас теперь топорик на остроту 5. Давайте мы его проверим в действии, а именно, ребята, забегаем в какую-нибудь кабинку свободную, например... Спасибо. Например, давайте в эту кабинку забегаем, ребята, и... Ой! Стой. Оп! Отлично. Меня, ребята, чуть не слили, но мой топорик оказался сильнее. Я всего поимел вот такие сапожки, в принципе, неплохо, но можно было и лучше. Поэтому давайте, ребята, забегим... Забежим, ребята, вот с этим челиком ПВП и попробуем, ребята, его загасить. Он что, не отталкивается? Ну, нет... Ага, отлично. В любом, ребята, случае, даже если он не отталкивался, я его слил. А, слишком легко. Ну и появил я, ребята, всего вот такой инвентарь. А, кит-старт, неплохо. Ну и, в принципе, я потратил всего лишь 240 арисов, а уже у меня есть кит-старт. Кстати, подождите, а если бы я просто купил набор? Это... Он стоил 50, блин, арисов. Ну, ребята, ничего страшного, давайте мы выкинем этот топор. Хотя... Нет, мы его не выкинем. Потому что у него урон 10, а это очень-очень много. У меня даже на мечке столько нету. Поэтому я предлагаю, ребята, купить вам в шопе какую-нибудь шмотку, например, отвар Василиск, который стоит 144 ариса. Но, ребята, мне кажется, это стоит того, потому что если мы сейчас снова залетим на вар ПВП, например, ребята, с этим алмазиком, давайте мы к нему вот так залетим и выпьем баф. Да, ребята, все, он здесь, отлично, ребята, все, я выпил баф, и я теперь, ребята, вообще неубиваемый. Этот челик может, ребята, мне сносить сколько угодно хп, но вы смотрите, просто, ребята, я буду его просто сейчас жестко гасить, ну и, в принципе, я вообще не получаю ни одного от него урона, поскольку я выпил очень крутой баф, и, смотрите, ребята, я его сливаю. Блин, слишком легко, слишком легко. А я потратил, ребята, меньше 1000 арисов. Это, ребята, прекрасно, потому что у меня есть уже Z1, как бы. Блин, прошло всего лишь 2 минуты с видеоролика у меня Z1. Это ли несчастье? Но я вам предлагаю повышать ставки. Я сейчас слил одного челика, поэтому давайте я себе возьму как раз-таки отвар Посейдон. Он стоит, ребята, всего лишь 84 ариса. Поэтому, в принципе, это не так много, поэтому мне кажется, то, что его можно купить. Ну и пойдем на ПВП возле игроков. И попробуем их загасить. Кстати, теперь, когда вы прописываете команду Ниар, ну, вот эту в плане. У вас, ребята, новая менюшка, смотрите. Значит, показывается его донат, его инвентарь, и можно за ним следить. Нажмем на инвентарь, и у нас открывается его инвентарь. В принципе, очень удобно. Лайк, если реально тоже считаю, что это удобно. Ребята, вы только взгляните, сзади меня бежит алмазник. Ой, кикстартер точнее. Давайте, ребята, разворачиваемся и просто такие... Просто, ребята, я ему дал минус пол баллона с 1000, поэтому давайте мы его уже подгасим немножечко и... ну чувак, у тебя 0 хп, камон. И, ребята, давайте мы его слуха... Давайте натягиваем силу и вот так, оп. Гуляем и до свидания. О, ребята, у него были стрелы. Давайте посмотрим, ребята, что это были за стрелы и... Офигеть. Это натерские стрелы, которые купить можно только в шопе. В жопе. Ладно, ребята, я убил одного челика, поэтому, ребята, прописываем себе следующий донат предмет. И я думаю, то, что это будет отвар Василиск. Поскольку это действительно имбовый отвар. Ну и, в принципе, я с ним просто бессмертен. Ребята, я нашел какой-то дом, где очень много алмазиков. И они, походу, идут на меня. Окей, ребята, я их понял. Давайте мы немножечко отойдем, чтобы их немножко приманить в лес. А то я люблю лесы. Лесы. А то я люблю, ребята, леса, поэтому где они? Я их, кстати, не вижу. Где они? Алло.
все. Кажется, ребята, вот он! Вот он! Так, ладно, давайте, ребята, заправляем в него стрелу. Отлично, все, дали ему КД. Ну и теперь, ребята, попробуем его загасить. Только главное сейчас выбить наши бафы. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, подожди, тише. Все, ребята, я выбил баф. Теперь я, в принципе, неуязвимый. И главное, сейчас их. Их тут трое! Почему их так много? Ладно, окей, окей, ребята, попробуем их слить. Потому что, ребята, у меня очень крутой набор и. Минус один. Ребята, я дал уже минус один. Сейчас нужно еще дать минус. Третий челик! Точнее, минус второй. Минус второй, ребята! Да, минус два! Давай, 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 еще, еще. Ребята, минус три. Что? Я просто, ребята, дал минус три. Защита 2. Ребята, защита 2. Вот это реальный эпик. Давайте мы быстренько сейчас подберем. Это защита 1 и защита 2. Неплохо. Так, яблочки тоже. Обязательно подберем. Ну и смотрите, ребята, они приходят меня мстить, но, чувак, давай-ка, давай-ка умирай. И ты тоже, братан. Мной было принято решение сделать себе сундук, чтобы я складировал сюда свою бронь. Потому что у меня ее и так, блин, дофига. Ну и координаты этого сундука вы найдете в конце ролика. Так что смотрите внимательно. Ну и кстати, я же слил трех челиков, поэтому давайте, ребята, мы зайдем в шоп. И здесь, ребята, купим себе новые стрелы. А именно стрела призы. Это самые имбовые стрелы, поверьте мне. При попадании стрела призывает овечку, которая бежит к ближайшему игроку и взрывается, нанося огромный урон. Поэтому это имба. Угу. Также я хочу, ребята, купить свиток неуязвимости, это обязательно. Ну и, наверное, давайте купим тотем, чтобы, если мы умрем. Чтобы, короче, не умереть, в общем, грубо говоря. Ну и погнали наказывать челиков. Ребята, мне нашлось ПВП. Отлично, это, ребята, то, что мне надо. Только это читер. Черт побери, посмотри на него, как прыгает. Окей, окей, ребята, вот так вот делаем. Пьем зелье силы. Что? Что? Не бьется? Не бьется, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, ладно, ребята, куда убегаешь? Куда? Алло, подожди, куда? А ну-ка иди сюда. Куда? Ну что ты спиной бьешь? Зачем же так жестко? И не ксав. О, ничего себе, он даже забирается по деревьям. Ничего себе, паук, блин. Ладно, ребята, давайте ему покажем свою мощь, а именно запуляем в него вот так вот. А, подожди, а где овечка? Подожди. Блин. Так, ребята, ладно, у меня очень мало сердечек, поэтому давайте мы немножко захилимся. Ну, давай же, хилься. Нет, 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 нет. Блин, читер говно. Мне КД на этом, блин. Ай. Читер у нас пополучил бан, естественно. Ну а мы, ребята, с вами давайте. О, черт, я потерял свой хом. Где сундуки? Говно, я там не поставил сет хом. В качестве моральной компенсации, мне, ребята, кажется, то, что нужно прописать кит и взять, например, кит Пандара. У него здесь защита 2, как раз-таки, тотем. Поэтому, ребята, прописываем это 1300 крон. Ой, арисов, извиняюсь. В принципе, одеваемся и теперь, ребята, покупаем донатерские предметы, которые нас находятся вот здесь. А именно, ребята, покупаем отвар Василиск и отвар Посейдон. Также я хочу себе купить перок немножечко, тотемчик и, например, свиток неуязвимости. Так сказать, компактнуть то, что я потерял. А, ну еще стрелы призыва, точно. Ребята, челик, отлично, быстрей, запуляем, отлично, все, ребята, дали ему КД, хорошо, ребята, хилимся, быстренько хилимся. Ну и давайте снова, подожди, чувак, я знаю то, что ты хочешь сим, но, к сожалению, извини, но сегодня не твой день, потому что я спавню много овечек и, ребята, ГГ, просто челику габелла. А, нет, ребята, не габелла, чё они такие медленные? Они же, ребята, раньше были вообще термоядерные, а теперь они вообще супер медленные. Блин, тупорылые овцы, на вас вообще невозможно положиться. Ну, ребята, ладно, давайте мы его попробуем запекать вручную. Ой, подожди, нет, не будем, ребята, вручную его пекать. Потому что, ребята, возможно, меня сейчас вообще запыхают, поэтому давайте мы вот так вот заюзаем эту штучку и просто, ребята, будем сваливать, потому что, ну, овцы, взрывайтесь. Чё они не взрываются, что за бред? Так, ребята, ладно, еще раз, ребята, свиток неуязвимости фигачим, вот так вот, хаваем и, ребята, пьем отвар Василиск. Потому что с ним я, ребята, становлюсь вообще офигительным челиком и, ребята, можно еще отвар Посейдон взять и, в принципе, уже, ребята, его можно фигачить и все, 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 ребята, минус АТМ. Еще, ребята, ну, нужно жестче этого челика фигачить, поэтому сюда иди. Так сказать. И сюда, подошел сюда. Ну и просто, ребята, его просто уже надо дозафигачить. У него совсем, ребята, мало сердечек. Совсем-совсем мало сердечек. Около, ребята, двух сердец и... Где? Где я? А, ага, вот ты. Здорово, ничего себе. Давно не виделись, бро. Очень давно. Так, ребята, но в любом случае, давайте мы откинем первому перку вот на этот остров. И теперь попробуем его на перегон взять. Блин, не получится. Черт. Ну, ребята, ладно, еще чуть-чуть, ребята, давайте дадим ему КД. Дал, хорошо. Он, ребята, от меня уже никуда не уйдет, потому что я кидаю перку сюда. Такой, опа. Да куда? Нет! Ребята, он меня обхитрил. Ну ладно, чувак, ты от меня не уйдешь, еще раз тебе говорю. Сюда, давай. Да, ой-ой-ой-ой, какой ты грозный, значит, хочешь меня скинуть, но, чувак, не получится, потому что за тобой уже выехал Фрускес. Это я, если что. Так что, ребята, просто забираем его вещи. Да, он, ребята, просто разбился от перки. Ну, такое вот тоже как бы бывает. Так что предлагаю, ребята, взять его защита 3. Вау. Вот это, ребята, мне очень нравится. Я ему сейчас тотем и еще защиту 3 поимел. Прям хорошо начал себя чувствовать. Кстати, ребята, это
это даже было незакосный набор, вау. Это уже очень интересно. Ну из-за него, ребята, я думаю, то, что, ну, стоит себе выдать немножечко больше ресурсов. Так что, ребята, заходим сюда, заходим сюда. Да, ребята, это самый топовый нагрудник на сервере, ну и что? Ну и я, ребята, вам предлагаю купить еще какие-нибудь штучки. Например, давайте мы другие стрелы купим, например, вот эти. Это, ребята, самые крутые стрелы, это смертоносные стрелы. Вы только взгляните на эти эффекты, но это реально жесть какая-то. Ну и сегодня мы играем по-крупному, ребята, поэтому прописываем сюда и гнев богов за 3000 арисов. Когда во второй руке сила 2, сопротивление 2, огнестойкость и скорость 2. Покупаем, отлично. Берем ее во вторую руку, и теперь, ребята, мне постоянно даются офигенные бафы. Ну и вот с таким инвентарем мы пойдем сейчас гриферить. А я, ребята, уже нашел первого челика, и давайте мы попробуем с помощью бага проникнуть, ребята, в его хату, и у нас это получается, и сюда, сюда, ребята, просто фигачим этого челика, давай сюда. Тимится, тимится хочет, братан, извини, не сегодня. Значит, давайте подбираем его ресурсики, ребята, и что это было за набор гидры, что ли, серьезно? Ну, блин, ребята, это защита 1, она мне даже не нужна и даром. Так что на, забирай, серьезно. Ребята, в этом доме находятся крутые челики, поэтому, ребята, я предлагаю к ним как-нибудь пробраться, у них здесь блок, ребята, есть. Так, стоп, тише, тише. Главное, ребята, сейчас просто действовать максимально аккуратно, чтобы они не ливнули. Да, они ливнули, отлично. Ну, ребята, я как истинный грифер буду их ждать у них дома. Потому что они наверняка не ожидают то, что, как бы, я здесь буду. А я здесь буду. И, ребята, он здесь появился. Он появился здесь, поэтому, опа, все, ребята, просто фигачь его. Он даже, я, ребята, говорил, что он даже не поймет, откуда на него наготовилось нападение. А я даже тут карту принес. Ну, ребята, здесь еще второй челик. Так, где он? Подожди, подожди, я его потерял. Вот он, ребята, прыгай в ловушку. А... Блин, у него ловушка там, блин, говно. Ну, ребята, ладно, давайте мы в ловушечку прыгаемся. Вот так вот, опа, да, отлично. Ну, и, ребята, благо у них ловушка, блин, не запривачена. Отлично. Давайте мы посмотрим, ребята, что они тут нагриферили. Они тут нагриферили вообще ничего, блин. И, ребята, я с них поимел защиту 2. В принципе, это неплохо и... Подожди, защита 4. Ребята, защита 3, точнее, защита 3. Ребята, там чел оделся, смотрите, в назеритку. Вот это мне очень нравится. Давайте вот это, наоборот, раскопаемся. Ну и попробуем, ребята, его слить. Почему бы нет? Давай, сюда иди. Сюда, ой, ребята, а он жесткий. Смотрите, ребята, он даже что-то забивает. Хорошо, хорошо, я принимаю твой бой. Давайте вот этому челику мы дадим КД, либо вообще его сольем. И этого, ребята, челика просто жестко будем прожимать. И, кстати, он мне, ребята, очень хорошо наносит, подожди. Неужели, ребята, это какой-то донатерский шмот, потому что он мне очень-очень хорошо наносит. И давай, давай, чуть-чуть же осталось, черт. Мне, ребята, нужно ему сносить щит. Это самое-самое главное, ребята, потому что он задолбал, блин, хилиться под щитом. У него остается, ребята, всего лишь 4 сердечка. 4 сердечка, я его победил, поэтому давай, давай. Давай, чуть-чуть, еще чутка, этого челика надо загасить, а этого, ребята, челика слить. Давайте, ребята, выкинем защиту 2, а хотя нет, подожди, ребята, наоборот, давайте мы вот так вот закроемся. Они теперь никак сюда него не смогут попасть, и посмотрим, ребята, что это была за броня. Давайте мы выкинем Z2 и... Подожди, чё? Чё это за броня вообще такая? Ботинки Танатоса, подожди, что? Ребята, это... У меня такая же броня. Что за бред? Ну, да, окей. Немного, ребята, другая, но в любом случае. Я просто, ребята, в шоке. Я реально сейчас нахожусь в реальном шоке. Ребята, им наверняка обидно, поэтому давайте мы их сейчас сольем и вот в этот вот весь шмот им дропнем. Я, ребята, короче, им фул, а вообще дропну их бронь, кроме Танатоски. Хотя, ребята, давайте и Танатоску дропну, почему бы нет? Ибо, ребята, у меня и так 40 тысяч арисов. Я, ребята, за эти деньги могу вообще абсолютно все купить, поэтому я, думаю, буду возвращать ресурсы. Ну, а мы с вами, давайте, ребята, купим еще больше свиток неуязвимости и вот эту штуку. Чтобы, естественно, ливать с ловушек, потому что если бы я попал сейчас в запривачную ловушку, то мне бы была жопа. Еще из интересного можно купить пыльца призрака. При использовании дает вам режим наблюдатель на 7 секунд. Затем возвращает вас на место применения предмета. Задержка на использование 1 день. Да, ребята, задержка огромная, но, ребята, мне надо ее использовать всего лишь один раз. Поэтому давайте мы еще что-нибудь купим интересное. Например, ребята, давайте купим притягивающую удочку. Ну и можем свиток метеора, потому что свиток метеора, ребята, это имба. Ну, кто смотрит мои ролики, тот знает. Давай, давай, просто, ребята, боремся с последних сил. Нет. Не помогло. Окей, окей, ребята, я тебя понял. Хорошо, шоп, ребята, прописываем. Берем вот такой вот, просто, ребята, самый крутой сет. Даже, ребята, давайте возьмем, ну, да, дополнительные элитры защитника. Также возьмем фейерверки, перки, что еще нужно? Вот эту штуку гнев богов, какие-то крутые стрелы, например, вот эти и вот эти. А самый крутой лук, самый крутой меч. Возьмем из гендер сундука наши 10 яблок. Возьмем немножечко свитков неуязвимости. Также вот это вот крючочек возьмем. Возьмем еще, ребята, кирку Олимпа, почему бы нет. Обязательно морковь
Еврипи и, наверное, все. А нет, ребята, давайте много-много тотемов возьмем. И я, ребята, почти что забыл. Давайте мы снимем сейчас бронь и зачаруем их на починку, потому что мне, ребята, по-любому ее снесут. Ну и мне становится очень интересно, ребята, сколько я уже потратил денег, потому что это действительно, ребята, 20 тысяч арисов. 20 тысяч арисов осталось. Я, ребята, просто в шоке, серьезно. Но окей, ребята, неважно, потому что сегодня 50 тысяч арисов, серьезно. Докупаем, значит, ребята, бутылки с опытом, и в принципе я готов теперь сражаться. Ребята, смотрите, я нашел в чатике Warbucks за 4 ез. Я же не ез, ребята, поэтому давайте мы телепортируемся на Warbucks и... Опа-на. Ребята, здесь какой-то типочек, даем ему КД и... Погнали. Ребята, просто погнали его фигачить, только давайте мы его сберем. А, ясно. Он сразу ловушку ливнул, я тебя понял. Очень, конечно, ты интересно поступаешь, чувак. Только давайте мы отсюда теперь попробуем ливнуть. Ибо мне такой, ребята, расклад вообще не нравится. Хорусы в помощь, поэтому вот так. А, смотри, ему пишет, давай КТ ему. Ну давай, попробуй, я тебе дам вот такую стрелу и все, до свидания. Ой, ребята, все, пришли его типы, походу. Да, ребята, пришли его типочечки, смотри, все. Это те челики, ребята, которые меня жестко жали. Интересно, очень интересно. Поэтому давайте мы делаем вот так вот и просто отсюда попробуем ливнуть. А в плане не ливнуть, а просто подождать их, когда они выйдут на поверхность, и просто их запехать. Кстати, вот, ребята, один челик уже вышел. Это, ребята, меня не может не радовать, потому что теперь мы можем пехаться с ним на равных. Только давайте мы если так не извести, зафигачим, чтобы нас не бил немножечко. И куда? Куда ты улетаешь, брат? Ну, конечно. Теперь, ребята, он будет просто хилиться. Постоянно, ребята, просто по КД хилиться. Ой, подожди, тише, тише. Чё, ребята, он мне сейчас несет тотем. Как так? Чё, как так быстро? Что-то, ребята, произошло. Это супер быстро. Мне это не понравилось. Надо, ребята, с собой всегда. Ой, подожди. Подожди, тише, 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 братан. Чё-то, ребята, он какой-то слишком жесткий, прям слишком жесткий для меня. Да, ну давай, ну, нет, 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 сюда. Чего? Какого фига у меня сняли штаны? Я сейчас срал 20 тысяч арисов. 20 тысяч арисов. В общем, я тильтанул и перешел на первый мир. Потому что здесь меня не будут, ребята, таргетить, поэтому давайте мы снова закупимся, только давайте не такими жесткими шмотками, потому что меня будет таргетить, поэтому набор ариса, я думаю, будет сбалансированный набор. В принципе, тоже за 4, все дела. Поэтому погнали грифить. Ребята, я нашел челика. Отлично, наконец-то, все, дал ему КД. И, ребята, давайте его просто зажмем стрелами, хотя попробуем это сделать, поэтому ломаем ему щит и такие, оп, оп. А, ага, не работает. Окей, я тебя понял. Тогда, ребята, куда ты сейчас? Куда он еще? Что это такое? Возможно, ребята, он... А, да, да, ребята, я вижу его ник, отлично. Давайте, да, его вот так вот делаем. Опа-на. И, ребята, я его наношу вообще мало, поэтому давайте мы пьем вот эту штуку и погнали проб... Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, ребята, либо это какой-то жесткий игрок, либо это читер, потому что он мне сносит очень много сердечек. И он ни разу не промахнулся. Вот странно, странно. Но, ребята, ладно, ПВП, ребята, посмотрим, потому что пока что я точно не могу сказать, читер это или... Хотя... Ну, блин. Фиг, ребята, его знает, но давайте пробовать его слить, только надо немножко отхилиться. Так, ребята, ладно, давайте попробуем его вот так зажать. Попробуем. Хотя, ребята, дали ему жесткую стрелу. И последний удар. Все, минус. Ничего себе с него. О, ничего. Это защита тройка была неплохая. И, ребята, ничего себе, мечик на строту 5. Это мне нравится. Вот в чем различие первого мира и второго. Так на втором меньше топеров. Ну, следовательно, меньше донатеров. А на первом просто их жопой жуй. Поэтому тут найти, блин, такого челика просто-запросто. Так вот, ребята, я вам предлагаю купить в шопе что-нибудь себе интересненькое. Например, вот такие стрелы. Самонаводящиеся, почему бы нет. Ну и парочку бафов. Например, это отвар Посейдон и, наверное, отвар Василиск. И пару штучек, вот так вот. А также возьмем себе немножечко неуязвимости и, в принципе, погнали гриферить. What? Что? Чего? Ребята, я заспавнился, и здесь какой-то Кронос. Слушай, вот это реально было очень неожиданно. Но, ребята, я готов принять от него бой. Точнее, блин, это подарок судьбы. Он уже, ребята, бафается, поэтому давайте мы тоже не будем терять времени, будем бафаться. И, ребята, главное, чтобы он просто от меня не убегал, поэтому сюда. Да, ребята, ему КД. Хорошо. И давайте просто за ним бежим. Такие, опа, опа, опа. И просто последние ударчики, братан. Давай, оп, до свидания. Блин, ребята, мне первый сервер понравится больше, чем второй. Потому что здесь, ребята, я просто выбиваю защиту тройку просто налегке. И мне кажется, мне она, ребята, не нужна. Серьезно, зачем она мне надо, если у меня, блин, 20 тысяч арисов. Реально. Опа, на, ребята, я заметил челиков, поэтому за... Окей. Давайте, ребята, еще раз запускаем в него стрелы, и все, ребята, отлично, стрелы запущены, а это значит то, что можно... А... Да, ловушка, понятно. Ну, ребята, ладно, меня эта ловушка не пугает, потому что, ребята, я не знаю почему. Не знаю, реально, ребята, не знаю почему. У меня, ребята, даже не чем ливать. И, кстати, ой-ой-ой, еще одна ловушка, ну куда? Не стыдно вот тебе, ну серьезно, блин, две ловушки. Поэтому давайте на всякий случай пропишем шоп и купим себе вот эту штучку, помощь Зевса. Ну что ты меня ударяешь? Зачем ты мне даешь КД? Здесь, ребята, бегает какая-то невидимка. Я вот вижу его партиклы где-то вот здесь. Куда он делся? Вон он. Так вот, ребята, смотрите, против них есть одно средство. Запускаю в него стрелы и просто до свидания.
Ребята, ко мне телепортируется инфа. Вот это другое дело. Телепортируем его и... конечно... да. Так, ну по-моему, а, ребята, он проверяет на трапку. Я понял. Он, ребята, забивает зелье. Давай. Окей, я тоже забиваю зелье. Сейчас будет рофл, если он просто ливает. Ну, ребята, мы выпили зелье. Давайте мы еще купим немножечко зелья. А вдруг что? Вдруг, ребята, он мне снесет тотемчики, хотя это маловероятно, но в любом случае. И да, все, ребята, я ему дал КД. Отлично. И давайте, ребята, просто будем с ним жестко-жестко пехаться. Кстати, что-то он немножечко лагает. Но, ребята, это мне не мешает ему снять тотем. Давай, чуть-чуть. Блин, ребята, чуть-чуть осталось. Давай. На, откуда он уже появился? Каким образом, блин? Я, ребята, его даже не принимал сюда. Я честно не знаю, как попал сюда этот челик, но, ребята, я понял. Ребята, у него кристаллы, черт. Но, ладно, ребята, у него 3 сердечка, 3 сердца. Сюда. Ну, куда ты, блин, ливаешь, говно? Ясно, 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 понятно, я все понял. Очень, ребята, интересно, меня просто кристаллами зафигачили, интересно. У меня, ребята, осталось 2 тотема, отлично, хорошо, ребята, что я купил еще зелик. Ну и сейчас нужно быть, ребята, максимально осторожным, потому что, ну, вот честно, не хочу нарваться на еще одни кристаллы. Поэтому давай, иди сюда, ребята, просто даем ему КД, еще просто, ребята, жмем, жестко жмем. О, куда, ребята, у него какие-то жесткие стрелы, но у меня, ребята, немножечко жестче будет, поэтому мы его просто зажимаем, 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 зажимаем стрелами. У него, ребята, уже нету пол баллона, это очень хорошо, потому что мы вот так вот я тебя понял. Ребята, откидываем перочку. Потому что такие стрелы, ребята, очень-очень опасны. Потому что, ребята, он алмаз... ой, он кристальщик. Кристальщик. Но, ребята, это мне не мешает ему снести тотем. Давай, сюда. Я не взял тотем. Я просто забыл взять тотем. Чё... что за говно? У меня остается еще 13 тысяч арисов. Окей, давайте, ребята, просто... я уже не знаю, честно, что покупать, поэтому давайте мы купим набор ютубера. Почему бы нет? Здесь тоже, ребята, защиты 4. Очень много тотемов, супер много тотемов. И стаканные бафы. Нормально. Ребята, не поверите, он снова ко мне телепортируется. На этот раз давайте мы телепортируемся вот сюда. И погнали вот так. Все, ребята, телепортируем его сюда. Все, отлично, даем ему КД. И, ребята, в принципе, все. Выбиваем наши жесткие бафы. Ну и, в принципе, ребята, я готов его теперь жестко пэкать. Главное сейчас снова, блин, на его кристалл не нарваться. Поэтому мы, ребята, периодически будем всегда использовать свиток неуязвимости. Благо, у меня их 8 штук. А в принципе, это должно хватать, поэтому сюда. Иди сюда, сюда. Ну, куда ты убегаешь? Сюда, вот так вот. Ну, ребята, и на этот раз я должен научиться. Я должен, ребята, его загасить, потому что у меня есть все, ребята, чтобы его загасить. И смотри, он уже готовится ставить свой кристалл вонючий. Бро, подожди, а я вот так могу сделать. Оп, до свидания. Просто, ребята, будем по КД юзать свитки неуязвимости. Почему бы нет? Мне же никто не запрещает, правильно? Правильно. Так что давайте дадим ему небольшое замедление. Вот так вот. О, оп, дали. Хорошо. Далеко теперь ты не убежишь, поэтому даем КД. Кидаем перочку в его сторону. И где он? Вот он, ребята. И он пытается поставить свой кристалл. Ну не надо. Давай просто ПВП на руках. Зачем тебе эти кристаллы? Сюда. Давай, еще. Почти, ребята, КД закончилось, поэтому все. Дал, ребята, еще ему КД. Хорошо. И, ребята, у него уже нету полбалла. Вот только он снова куда-то откидывает перку, блин, фиг пойми куда. Я понял, ребята, он меня хочет сорвать. Блин. Ладно, выбираемся, ребята, отсюда, потому что нафиг нам это надо. ПВП-каться на мечах, ребята, он, наверное, не собирается, потому что, ну, смотрите, он постоянно от меня убегает. Ну, убегай, окей. Короче, ребята, я не знаю, что он хочет, но он постоянно от меня ливает. Просто по КД, просто невозможно с ним ПВП-каться. Либо он, ребята, меня просто взрывает, вот, смотри, ну, как бы, ну, что это такое? Что, ну, что ты хочешь меня взорвать? Либо, ребята, он зовет своего друга. Ну, как бы, это одно из двух, как бы, ну, сами понимаете. Так что давайте мы сначала вот этого друга пофигачим. Попробуем, ребята, его пофигачить немножечко. Давай, кидай перочку. Сюда иди, вот так вот. И давай, блин, ребята, 17 хп, чуть-чуть, давай. Дожать, ребята, надо просто дожать и... перка, блин, перку не кинул, черт. Сюда иди, да... о, ребята, ничего себе, у него даже есть свиток, ничего себе. О, минус АТМ, отлично, все, минус челик. И, кстати, ребята, у меня новый уровень, но не суть. Мы слили его друга, отлично. Ну и теперь осталось слить только этого челика, который постоянно, блин, хочет меня взорвать своим кристаллом. Были бы у меня кристаллы, ребята, я бы сам его взорвал, но, блин, кристаллов у меня нету. И я, ребята, выбил защиту 2. Блин. Да, я думал, что немножечко получше будет. Но, ребята, ничего, давайте еще просто его будем фигачить. О, ребята, у него донги, видимо, пропали. Точнее, не пропали, а просто, ребята, слетели. А, у меня тоже слетели. Недолго, ребята, я радовался. Ладно, мы их быстренько вот так вот, ребята, наполняем. Немножечко хилимся. И снова, ребята, за ним просто бежим. Только, блин, я... ага, вот он, вот, ребята. Я его увидел, отлично. Ну и смотри, ребята, он мне больше хочет скинуть, ребята, в ловушку какую-то. Серьезно. Такое создается впечатление, то, что он пришел не на ПВП, а просто, ребята, меня попахать кристаллом. Так сказать, просто поразвлекаться. Смотри, он наверняка где-то вот здесь, где-то в этих ямах. А, нет, он здесь. Тогда, ребята, блин, ну куда ты убегаешь? Ну скажи мне, братан. Я же от тебя не отстану, ты сам это понимаешь, сам прекрасно это понимаешь.
Ого, ничего себе. Чуть, ребята, челик не сдох. И, кстати, мы добежали до границы. Вот настолько, ребята, я долго за ним бегаю. У него уже, кстати, ребята, нету полбаллона. И совсем чуть, ребята, осталось. Совсем чуть-чуть, чтобы... Одно хп. Да, минус АТМ, хорошо. Я, ребята, уже думал, что я не дожму. Но нет, ребята, я дожал. И он снова загорается. Значит, ребята, его друг пришел сюда. Вот он. Угу. Отлично. Видимо, ребята, он сейчас будет ставить сетхомы. Да, он по-любому, ребята, здесь поставил сетхом, я уверен. Но это, ребята, уже неинтересно, поскольку он будет сюда звать своих друзей, как бы, ну, сами все понимаете прекрасно. И этот челик просто, ребята, от меня ливает. То есть он даже повпкаться толком-то и не умеет, только, блин, ливать. Поэтому давайте, ребята, мы ему дадим блин, давай еще раз стрелу. Вот так, дали стрелу, хорошо. Ну, еще раз откинем перочку вот сюда, ребята, у меня уже нету бафов. И я уже задолбался за ним бегать, серьезно. Поэтому, ребята, просто ливаем. Я в этой катке победил, считайте. Ну, а если вам понравился этот видеоролик, написал мне в чат 0. Смешной. Если вам понравился этот видеоролик, то подписывайтесь, ставьте лайки. Переходите вот на эти два видеоролика, которые вы видите у меня на экране. С вами был Фриз, играл на Арисмане. На втором классическом мире. Всем удачи, всем пока.